Ребят, всем привет! Сегодня у нас очередное оживление мертвеца. Volkswagen Caddy. Вот так он у нас выглядит. Значит, ситуация какая? У нас обломан ключ. Причем этот ключ был в личинке двери. Я уже его отсюда достал. И, собственно говоря, необходимо теперь нарезать ключ. Он очень сильно изношен. Замок зажигания клинит. Поэтому я сейчас хочу восстановить, используя вот этот станок. Нарезка по заводскому коду. И я думаю, что мне даже не придется снимать замок зажигания. Тем самым мы сэкономим время и бюджет клиента. Ну что, погнали. Нарезаем ключ. Смотрите, как это выглядит. Сейчас у нас определяются тиски. На самом деле, тут такая ситуация, что изношен ключ очень страшно. Смотрите, прям сильно изношен, поэтому пришлось редактировать код вручную, используя весь свой опыт, потому что портить болванки не очень хочется, как можно быстрее сделать и, собственно, получить результат. Вот наша ключная мастерская, выездная. Экстренная, когда надо реально быстро, потому что сейчас наши ларгусы заняты, все на выездах, пришлось самому ехать и решать эту задачу. Вот так выполняется нарезка. Смотрите, еще один очень важный момент. Нам очень сильно повезло, потому что клиент не выбросил шляпку ключа, потому что там находится чип иммобилайзера. Если бы этой шляпки не было, нам бы пришлось прописывать ключи. Это было бы очень дорого. Ну как очень дорого? 1005, я думаю, бы этот вопрос решил. Это чип иммобилайзера, который прописан в данный автомобиль. Ну что, ребят, настал момент X. Вставляем ключ. А он здесь как родной. И здесь он у нас отлично поворачивается. Прям замечательно. Единственное, что не включается зажигание, потому что сел аккумулятор. Ребят, смотрите. Короче, пришлось прикурить машину, потому что сел в ноль аккумулятор. Сейчас будем пробовать его заводить. Так. Смотрите, если у вас... Я не стал ковырять на улице. Я не знаю, сейчас видно, светло, не видно. Не стал ковырять чип, потому что могу его просто сломать. Нету специального оборудования для извлечения. Вот, поэтому мы просто прислоняем таким образом к шляпке ключа и пытаемся завести. Поворачиваем. Так, машинка не заводится, но здесь, скорее всего, контактная группа еще умерла. То есть за замком зажигания идет контактная группа, катушечка. Возможно, там какая-то проблема, либо стартер. То есть тут надо дальше диагностировать. В принципе, что мы сделали? Основная была задача — восстановить механический код. Это мы сделали. У нас плавненько все работает в личинках, в обоих. Это говорит о том, что нарезаны ключи правильно.